Всем привет, YouTube, привет! Продолжаем серию по разборке машины. Лучше один раз увидеть, чем, как говорится, изобретать или что-то делать. Вот у нас очередной пациент Renault Duster. Здесь надо подправить крылышко. Вот мы видим, тут прочиркнуто, ударились чуть-чуть. И дабы хорошо подправить, надо снять бампер и подлезть, чтобы было удобно работать. Но не об этом речь. Как снять бампер? Для начала вот откручиваем раз, два, три, четыре винтика. Дальше по ходу пьесы буду показывать, да, дальше. Вот удивительно, машина новая, свежая, а уже зазоры как бы вот так должно быть. Оно торчит чуть боком. Здесь то же самое, выпирает. Вот как так делают? Машинки не дешевые сейчас. Ладно, не будем об этом. Открутили 4 винта. Вот у нас тут такой отбойничек. Берем, вот так оттопыриваем, ставим на отбойничек. Вот. Чуть-чуть напрягаем как бы вперед. Вот таким образом. Поехали дальше. Значит, у нас здесь такие же саморезы, вот он, и здесь вот внизу показываю, вот он. Потом я все покажу, где какие саморезики. Откручиваем их, продолжаем все по порядку. Вот это мы открутили сверху, вот такие вот саморезики с резьбой, с такой. Это вот снизу у нас три вот таких прикручиваются к раме. А вот такие вот с большей резьбой тоже снизу. Вот откручиваем. Здесь вот у нас раз, два, три, четыре защелочки. Аккуратно вот так шевелим, оно выходит. И здесь то же самое. Вот и все. Практически берем бампер за центр. И он у нас, вот он в руках. Вот. Я его вешаю назад. Вот пока повешу назад, потому что надо подстелиться, чтобы не поцарапать. Надо отсоединить что-то. Наш снят, вот он. Вот мы видим. Сюда, сюда вкручиваются саморезики. Вот. И здесь снизу тоже. Вот в эти места. Вот. Здесь по центру тоже. Здесь. Здесь, ну и там. Вот вкручиваются саморезы. Бампер снимается легко. Тут вот не туманочки, а ходовые огни. Вот они, разъемчики тут такие. Идут два штучки. Вот. Ну, это сейчас как бы необходимость, ходовые огни. Почему-то, извините, немало денег стоит машинка. Что, нельзя было все это с завода сделать? Мне, честно говоря, непонятно. Ну и вот открывается доступ сюда у нас. Здесь на заклепочках таких у нас вот крылу приспилен такой типа усилитель. Вот. Ну, дальше уже как бы тема дальше развиваться будет не та, что нужна для разборки. Вот. Разборка довольно-таки простая. Вот, несложное, можно одному легко выполнить. Для этого надо всего лишь иметь вот такие вот головочки двух типов, они разные. Вот, есть побольше, есть поменьше звездочки. Ну, я думаю, у всех это в наличии имеется. Все, всем спасибо. Это опять же продолжу, я никого не учу. Просто-напросто то, что мне попадается, я выкладываю в интернет, дабы кому-то это видео помогло разобрать, разобраться, чтобы не думать, ничего не ломать. На иных машинах, вот как здесь на Duster, легко все снимается, на некоторых бывают как бы с заморочками. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока.